перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йо-йо-йо, всем салют, короче, я ищу сейчас продуктовый магазин. Дик-дики Шенго, ее в здании иди. Чё, как вы там с Дуни повисели, бро? Да, мы с Ди показали нормальный стиль. Я, в общем, в Санкт-Петербурге ищу... Ещё ёбаный продуктовый магазин. Горячка, как ёб твою мать. Короче, это было очень яркое дерьмо. Все, кто были нарвать на битах, поймут это дерьмо. Кто не был, то... Если у вас не вышло просто приехать, потому что... Ну, это было нереально, то... Вы увидите это на видео. А если кто, типа, не пришел, потому что им была лень или прочая хуйня, вы долбоёбы. Мы разорвали нахуй. D&D, дабл диннига. Это было настоящее жесткое дерьмо. Все было максимально красиво. Да, сейчас я ищу... Ищу пристанище. Е-е-е. Питер, сука, холодный городок, ребят, я вам скажу. Холод 1080, сын. Е-е-е. Дики-ди. Чё вы там с Дуней? Старина, я, короче, встрял к ребятам. О, блядь, меня чуть не сбивают. Прошу прощения. Меня чуть не сбили, блядь. В общем, встрял, короче, к ребятам. Сейчас бухнем там немного, такая тема. Мы завтра должны пересечься, бро. Повисим. В общем, чё у вас там было с Дуней? Может, услышал какой-то инсайт, типа, вы поехали, блядь, в этот восьмиугольник, блядь. Киллфлоу показывать. И чё, Ди, чё там произошло? Если не уничтожил Дуню, блядь, ему еще сниматься, блядь. Но, блядь. Дуня был наказан. Ущит. Бля, просто так быстро произошло, он хотел, ну, типа, приехать, но... Вы очень быстро уехали, и пацаны тоже. Короче, все произошло очень быстро. Бам-бам. Тик-тик-бум. Вообще, короче, ребята. Алфавит был на битах. Он сделал очень мясное дерьмо. Вообще, все было очень красиво. Все было очень ровно. Все было очень жирно. Те, кто не пришел. Типа, те, кто мог прийти, но не пришел. Вы долбоёбы полные. Потому что это было очень круто. Ой, по яйцам ударил.
Я иду за бухлом в Санкт-Петербург, Короче, в общем-то, ребят. Хожу я, блядь, по зимнему Питеру. Он, сука, охуенно, блядь, прохладный. Особенно, как по мне, знаешь, жителю, типа, южных, блядь. И долин, блядь, реально очень прохладненько. Но мы как бы справляемся с этим дерьмом. Идем все дальше, типа, нормально, здесь выпал снег. Очень снежный, я просто в Одессе его нахуй ни хрена нет. А в СМП хуярит, блядь, дай боже. Как бы сейчас прекратился. Сейчас мы уже на около таком несемся. Да, взяли бухло. Это Наби Набат. Наби Набат, респект, братан. Го кунг-фу. Знаешь, бро, я знаю кунг-фу. В общем, о, блин, взяли бухлишко, как взяли, я взял и иду. Съезжали в Санкт-Петербург, я как этот чувак с Discovery, который, понял, выживал в таких условиях. Ну, мне похуй, у меня еще пасхот, как бы, греет, знаешь. Мне, в принципе, надо все поебать. Все, кто были сегодня на батле, знают, как пасхот решают, блядь. Все, кто не был, им еще предстоит узнать и в более жестких условиях. Мы сегодня с Димасой показали, блядь, настоящее дело царе, блядь. Чтобы пусть бой, блядь, не расслаблялись, блядь. На самом деле все было максимально экстремальный флоу нес. Это было максимально жирно. Вообще все пары раздали охуенного дерьма, поэтому чем скажете, пацаны, блядь, и девчата, блядь. Надо было присутствовать. Пожигите, идешь. Да, блядь, братишки, я иду вот уже. Да рядышком иду, блядь. Скоро я буду, можешь встречать меня, старина. Да нашел, блядь, вот. Нашел, ёб твою мать, блядь. Все красиво. Опасная зона, блядь. Ты понимаешь, fuck you, нига. Опасная зона, не бис, не дерьмо. Зачем покрасился? Да знаешь, блядь. Да вообще поебать, блядь. Похуй, просто похуй. Нет никакого причины, нет никакого оправдание или проще какой-то хуетации, блядь. Вот захотел, блядь, и покрасил, мне вообще похуй на тебя. В Питере бываю частенько, бро. Братан, салют тебе из Чечни, а из Чехни, а Чехии, ёптвою мою, блядь. Салют, бро, салют. Чехни, блядь, я прошу прощения. Не хотел так заиморить глупо. Да, да, респект, респект. Это за батлин нормально, да, типа? Все было красиво. Еще по инсайду, блядь, уже говорил по инсайду, типа, было очень все круто. Все те, кто пришел, я думаю, кайфанули на максимум. Все те, кто мог прийти, но не пришел, долбоебы. Все те, кто не смогли прийти в связи с тем, что там, ну, типа, далеко ехать или, ну, такая, типа, моменты, блядь, финансовые, блядь. Ну, блядь, кайфанете на видео, но, типа, на видео это абсолютно другая хуйня, чем как смотреть это вживую. Потому что я выкупаю на моем батле с гига, была такая же ситуация, то что, короче, пацаны нормальные, знаешь, организаторы Pitbull Battle, но, блядь, они реально,
как бы смонтировали ту хуйню, то что хуял, короче, смонтировали. На самом деле было намного местнее, блядь. Все те люди, кто были вживую, не подтвердят, это было охуевшее мясо. Это я не чисто не про наш только батл с Гиги вообще в целом. Так что на бидобат. Короче, типа нормальное дерьмо. К сожалению, на таких перформансах следует присутствовать вживую, потому что лайвом они решают. Это типа не как там Versus, понял, который снимается чисто для видео, или любые, короче, проекты, которые снимаются чисто на видео. Ну, тут лайв показывал максимальный стиль. Димас-то зачитал охуенно. Да вообще, блядь, шум, блядь, с GoKill'а, все, пацаны, все было на высшем уровне. И